Астропрогноз на 2 июля. Овен. Сегодня у вас день принятия решений. Старайтесь сохранять душевное равновесие. Телец. Гороскоп предсказывает вам реализацию давно намеченных проектов. Возможно, финансовая прибыль. Близнецы. Благоприятный день для похода по магазинам. Вечер можно посвятить культурному отдыху. Рак. Творческих раков в скором времени ожидает успех. Начальство оценит по достоинству ваши старания. Лев. Гороскоп советует Льву придерживаться правильного питания. Инициативу в отношениях уступите избраннику. Дева. Работу в одиночку оставьте на потом. Сегодня лучше действовать сообща. Физические нагрузки перенесите на другой день. Весы. Пришла пора избавиться от всего ненужного вам. Это касается не только вещей, но и мыслей. Скорпион. Что бы ни произошло, сохраняйте душевную гармонию. Избегайте ссор и споров с близкими. Стрелец. День обещает быть спокойным и размеренным. Уделяйте больше внимания своему здоровью. Козерог. Гороскоп советует Козерогу в общении с коллегами проявлять лояльность, с начальством субординацию. Водолей. Интуиция – ваш лучший друг и помощник сегодня. Возможно, денежная премия. Рыбы. День лучше посвятить себе любимому. Есть шанс встретить свою вторую половинку.